Вот приехали на шлюз. А тут коров пасут. Это Игорь. Посмотреть, где рыбачить. О, посмотрите. Коровки. Давайте шлюз посмотрим. Игорь, Игорь, пошли сюда. Зови его. Собачка бегает. Ребята, я все знаю, как там мне идти. У меня машина кипит. А-а-а. Ну, вода маленько протекает. Видишь, как мы закрыли все. Вот сколько места там, он такое белое, без травы, столько воды утекло. Вот в этом месте, вон на повороте, как вот так вот заворачивает, там купаться ли хорошо? А там глубоко? Нет, там не глубоко. Там не глубоко, больше, чем до шейки вам не будет. А потом опять берег, тут можно пронырнуть, проплыть. Мир тебе! Вот в этом месте, вот где заворачивается, там можно и рыбачить, и все, и купаться. А, прям тут? Да, 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 да. И при том глубины там никакой нету. А тут камни кто привозил? А там мы привезли. А тут тоже родник, да, я так понимаю? Да, тут родники. Видишь, вода утекает. Мы не смогли ее намертво запечатать. Mm-hmm. Почему? Ясно. Камни оказались под низом. И сколько бы мы еще ни делали, а под камнями пустота, она выходит и все. Да, да. Притом мы в два слоя здесь заложили. Два раза вот эти забивали сваи. Здесь просто хорошие подземные родники. Это, вот. Да, очень хорошие. Видишь, как вот это все было вровень, земля, это все вынесло весной. Наши... А это вы сейчас вот делали недавно? Да, вот только делали, совсем недавно. Но это опять унесет. Это представь, сколько с камнями возились. Вот это вот глину, берег, это все вручную выбирали. И туда, и с сеном вот привезли сено. Это бы бетоном сделать. Да. Так, ребята, вот эти, да, таскайте на сено, бросьте вот эти, заложите сено вот этими палками. Заложите. Прямо складывайте на нее, на сено, клади. Вот так вот. Клади, клади, клади. Вот. Подальше туда. Ну, нормально все, заложите его. Здесь хорошо поить, видишь, он пригнал. Да, 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 да. Еще маленько. Чтобы коровы не ели. Они с травкой пускай питаются. Да, конечно. Ты понял, где? Вот. В этой ложбинке, да, вот, которая заворачивается. Вот, так, вот она. Вот корова, вот видно. И ну, они вот тут, тут можно раздеваться, купаться. Там видно, что вон трава растет. Угу. Ну тут я понятно. Ему больше, чем до горлышка, не будет. Да и ничего страшного. И никаких камней, ни коряк нету, чистое место. И тут же рыбачить хорошо. Тут как были луга заливные, да, залило, да? Да. И ну я не помню, чтобы вода была, это мы подняли. Но я говорю, что вот вы сейчас подняли, да. И вода залила здесь. Залила, она. Как заливной лужок получился. Да. Ну вот это соединительное, когда весной вода идет по тому большому главному логу, а там-то у нас намертво запечатано, она вот по этому рожку шлюзу уходит туда, где мы сейчас ехали. Угу. Вот так. Вот, ребята, молодцы. Не зря приехали уже. Ну, конечно, не зря. Вытащи туда. К себе не прижимайте. Что-то там коробка нашла. Да, они ничего никогда не трогают. Это носороги, те бывают. Где? Разбегаются и бьет машину. Она там это, нашла, что-то там смотрит под машиной. Давай, бычок на бычка лезет. А сейчас корова там что-то наклонилась, а бычок подошел, видать. Думает, вкусное что ли, и рогом ее раз поддел, она быстро отскочила. Вот ребята закрыли. Ну все, мы поехали. До свидания. Вот как потеряевки живут. Вон корова, видишь, как сходит ногами-то. Рогами ковыряет.
смотри. За собакой. Дымок! Возьми ее! Это очень интересный момент. Аж они дымка обижают, а? Вот корова тут чешет себе шею. Рук-то нету. Вот она об траву-то сама стоит пониже, очень удобно. Вот по этому лугу вода утекает на первый мостик.